В марте 2021 года вступили в силу новые законы. Изменения коснулись семей с детьми, работников общественного транспорта и управляющих компаний. С 1 марта семьи с низким доходом и имеющие детей до 3 лет вновь должны предоставлять заявление на получение выплат. В случае смены места жительства гражданам необходимо сообщать об этом в уполномоченные региональные органы и пенсионный фонд. 7 марта высаживать детей без билетников из общественного транспорта будет нельзя. Закон касается россиян моложе 16 лет. Нововведения добавили в уставы автомобильного и городского наземного электрического транспорта. С 1 марта введены новые требования содержания многоэтажек и дворов. Придомовые территории должны быть хорошо освещены и благоустроены. Строго контролируется теперь и вывоз мусора. А на расстоянии не более 100 метров друг от друга управляющие компании обязаны поставить урны. Штрафы за неповиновение силовикам увеличили с этого месяца. Взыскания, в том числе, получат за нарушение закона на митингах. Однократный проступок повлечет штраф от 2 до 4 тысяч рублей.